Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай AliExpress. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришла универсальная розетка практически под все современные типы разъемов. Сама розетка белого цвета. Справа снизу имеются какие-то китайские иероглифы. Панелька изготовлена из ABS-пластика. С задней стороны три зажима для проводов. Соответственно, фаза 0 и земля. Размер розетки 86 на 86 и толщина 20 мм. Также в комплекте два болта для крепления. Розетка хорошего качества и смотрится достаточно красиво, учитывая ее стоимость в 2 доллара. Для монтажа необходимо отщелкнуть переднюю панельку и с помощью болтов прикручиваем ее к коробке. Или с помощью саморезов прикручиваем к поверхности через 4 отверстия, расположенные по краям. Основная причина, по которой взял эту розетку, это ее толщина в 20 мм, так как буду ее монтировать в торец тумбочки. На обратной стороне указаны максимальный ток 16 ампер и напряжение до 250 вольт. Очень даже неплохо. Ну и, конечно, возможность подключать напрямую китайскую вилку без переходника. А подключать буду шлюз от Xiaomi. Через переходник он смотрится некрасиво и громоздко. Поэтому приступим к работе. Первым делом делаю разметку на стене. Далее по периметру насверливаю дырки. И с помощью пилки допиливаю все до конца. Потом крупным напильником выравниваю края. Теперь прикручиваем саму розетку саморезами. Подключаем провод и красиво улаживаем его. Устанавливаем крышку на розетку. Теперь подключим шлюз. Как видим, все смотрится достаточно красиво и приятно. На этом обзор заканчиваю. Ссылка на товар под видео. Не забываем подписаться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока!